Всем привет, я с вами Макс Милян, и сегодня буду показывать обзор на игру Темные Легенды, или Dark Legends. Ну, Legends, ладно. Так, ну что ж, начинаем. Это, кстати, у нас только начало игры, потому что я на другом телефоне, ну как, покажу. Говорю сразу, игра полностью на английском, тут нет русского вообще. Можете даже не искать в настройках. Но если вы хорошо знаете английский, то разберетесь. Игра нам рассказывает историю о вампирах, так сказать, живущих в мире людей. Но тут кроме вампиров еще и зомби. Так. Так, мы идем. Так, вот так и вот так. Чуть погромче сделаю. А то... Все? Так быстро. Так, это только был первый уровень, так сказать, начало для новичков. Но там еще рассказывается история на английском, но я ее не понял. Так, ладно. Начинаем еще один уровень. Так, кстати, в каждом уровне еще тут есть боссы. Я игру проходил просто на втором своем телефоне, но там я не записываю видео, только на этом. Ого, сколько их? А, тут даже можно вот это применить. Специальный прием, ладно. А, тут еще можно писать заборить. Хорошо. Так, стоп. Сначала мы заберем монетки. Да, кстати, лучше все-таки забирать монеты, потому что, так сказать, реклама как реклама, но лучше все-таки забирать монеты. Так. Следующая миссия. Так, особняк вроде. Мебель мы так разобьем. Да, если вы напишите, зачем я, так сказать, все тыкаю, ну потому что тут много что может давать, так сказать, монет. Так, это у нас босс. А это что? А, это пополнение крови. Это я уже понял. Так. О, выбери с него что-то. Так, тут у нас ничего. Жаль. Да, кстати, игра также можно играть в онлайн. Но, так сказать, онлайн тут довольно, ну, такой себе посредственный, как бы это сказать. Вы можете кому-то, например, зайти на карту, с кем-то там поиграть, так сказать, в соло затащить и все. А чтобы пообщаться, это вам надо в совместный онлайн. Так сказать, мультиплеер, ладно. Так, гоу, начинаем. А, вот, кстати, уже миссии пошли. Так, это уже мультиплеерная миссия. То есть вы можете проходить как в одиночку, так и в мультиплеере. Но смотрите сами, то что тут другие игроки будут забирать монетки, и не всегда вам будут денежки капать. Да. Так, а где мой второй, я не понял. Ладно, походу никто не присоединился. Жаль. Давайте ко мне. Все. Вот так. Вроде кто-то присоединился. Да. А ей тут не надо этому плеваке попадаться, его надо сразу замочить. О, все.
Все, забираем. И уходим. О. Так, книжечки. Так. Кстати, тут даже можно персонажа менять. Если вы думаете, что это стандартный скин, то нет. Тут можно как женский, так и мужской скин выбрать. Но можно еще там прически купить и все остальное. Ну, то, что вы любите там. Уже выбрать. Так, оружие, кстати, тут можно покупать. Только по уровню. Вот так. Вот и все. А, все, мы забрали. Так. Следующая миссия. На этой миссии я не помню, но вроде тут тоже зомби идут. Только чуть уже поживее. Но тут есть разные, кстати. Есть не только зомби, есть еще вампиры, охотники. Не знаю, охотники-вампиры или просто вампиры. Еще есть наподобие, так сказать, большой летучей мыши. Только она двухногая. Ну, четырехногая, она вот такая. Типа что-то на собаку похоже. Но это не на этом уровне. Сейчас стою на крайне. Ух ты ж. А ну, полей сюда. Все. А, это надо закрывать. Теперь я понял. Так, что у нас тут? Ой-ой-ой-ой, сколько у вас тут много? Еще плеваки. Так, надо здоровье прокачать и всех. Вот так, в мясорубку. Ой-ой-ой. Так. Еще. Да вы только посмотрите, а. Вот так. Так. Ай. Так, а вот наш мини-босс. Но к нему довольно опасно подходить. Меня убили. Можно так нажать? Пожалуйста. Да, можно все-таки. Блин, у нас пол здоровья, и это очень неприкольно. Так. Идем. Так, идем дальше. Кстати, может тут что-то. О, да, тут, кстати, можно здоровье поправить. А, нет. Не тот. Так, не попадаться тут плевотному. О, мечи новые. Это очень хорошо. Так. Так, и тут у нас что-то тоже. Ну, тут монетки. А, нет, не будет монеток. Тут просто газета. Так. Бежим мы немножко дальше. Да, кстати, игра только в таком формате, то что... Так сказать, только в 2D. И вид сверху. Ну, так сказать... 3D и вид сверху, ну такое. Так, этого надо по-быстрому убить. Есть, убили все-таки. Ай-яй-яй, тут еще один такой есть. Да, кстати, персонажа тоже можно прокачивать.
Так, все. Сейчас я вам покажу онлайн. Так, лучше на карту переходим. Так, кстати, чтобы у вас было побольше монет, выполняйте вот эти задания. Отожимайте определенную сумму и все. Так, ваш типа персонаж выполняет задание. Так, что перейти в онлайн? Вроде здесь. Да. Это онлайн. Это не игрок, это просто NPC. Вот игрок, пожалуйста. Кстати, тут как-то что-то мало их. Это тоже NPC, а где все? Не пришли, что ли? Только одного вижу. Может, они тут? Бывает, что они еще в магазины заходят. Не, тут нету. Так, тут можно у нас что? Let's get started. А, тут у нас можно причесочки поменять. Next subject. I mean, patient. Да, тут прически тоже. А тут... А, внешний вид, лицо. Так, тут у нас одежка. Я не знаю, почему нет других игроков, только одного видел и все. Может, никто не заходит. Так, вот, пожалуйста, маски можете купить. Но у меня денег мало, потому что ничего покупать не буду. Тут у нас костюмы идут разные. Их тоже можно взять. Купить. Так сказать, тут у нас штаны, тут у нас... А, тут у нас просто костюмов идут уже как отдельно. Шляпки. Есть также тут метро, чтобы попасть на другие станции, но... там это определенный высокий уровень иметь, и не всегда вы туда попадете. Крыса бегает. Это... О, вот. Вот игроки. Были. Были. А, нет, вот. А, они просто в баре сидели. Вот, пожалуйста. Да, музычка тут прикольная такая. Вот такой вот такой меч, побольше вот. Это уже так более прокачанный, вот, пожалуйста. Иногда кажется, что тут играет корейцы. Да, серьезно. Так. Да. Ого. Ребята развлекаются. Это уже NPC. Только там игроки. Ну что ж, я надеюсь, на этом буду заканчивать на наше видео. Такой обзор получился про игру. Что могу сказать? Игра классная. Тут есть разные уровни. Враги. Можно прокачивать нашего персонажа, но это будет чуть... Вам надо определенный уровень набить, чтобы его потом прокачать. Также есть здесь оружие, но... Так, сейчас посмотрим, где оно тут в сундуках. Вот, пожалуйста. Все, раз, я уже одел. Есть камни, но камни надо собирать. Вот, и за них что-то прокачивать. А, прокачивается оружие за камни. И вроде одежда, если не ошибаюсь. То ж, такие дела. Тут такая музычка, ну, в стиле... вампиров. Разные уровни, то есть вы не думаете, что в это пройдете, тут очень много уровней. Это, точнее, не уровни, а карт. А в каждой карте по 4 уровня. Ну, пожалуйста. Ну что ж, всем спасибо, всем пока. С вами был Макс Милян. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.